Правоохранители задержали организованную группировку, члены которой подозреваются в хищении квартир. По версии оперативников, черные риэлторы подыскивали одиноких пьющих людей, часто с долгами за коммуналку, налаживали с ними отношения, а потом хитростью или силой выбивали доверенность на собственность и спокойно продавали чужие квадратные метры. За 4 года они завладели 2 квартирами и жилым домом. На днях участников преступной группы задержали. Ваша фамилия, имя? Мое Бусурин. Бусурин Денис Константинович? Число, месяц, год рождения? 79-й. Машина его. 5 человек сейчас находятся под стражей. Возбуждено уголовное дело. В ходе обысков у них изъяли документы на недвижимость, деньги и поддельные печати госучреждений. Правоохранители выясняют, есть ли на счету черных риэлторов другие подобные преступления.